Итак, ребятки, всем привет, с вами я, Артём Фролов, у нас срочное включение, у нас сломался Roblox. Как видите, я вообще без штанов, и это еще самое лучшее, потому что до этого у меня скин вообще был просто, я не знаю, вот давайте сходим туда, сейчас я вам покажу, какой у меня был скин, просто вообще без всего, ребят. Вы посмотрите на мой инвентарь. То есть это, вот давайте мы с вами сейчас отключим шейдеры. Все. Инвентарь у меня, видите, вот эти первые питомцы вообще просто не грузит. Здесь, смотрите, у нас летают на невидимых питомцев, ребят. То есть Roblox сейчас сломался. Самое главное то, что с дата-центром у них все хорошо. То бишь, все аккаунты, с ними все будет нормально, они все сохранены, и они не слетят. Потому что до этого, в прошлом году, были догадки то, что у Roblox сгорел дата-центр, и, соответственно... Кто вот это? Что у нее за питомец, ребят? Я не понимаю. И, соответственно, то есть все аккаунты были утеряны. Но самое главное, и слава богу, то, что такого у них не произошло. Опять какие-то просто, скорее всего, ведутся работы. Может быть, сделали DDoS серверов Roblox, соответственно, да? Ну вот, как видите. Adopt лежит. Я вообще не знаю, ребят, мне чисто повезло зайти в Adopt. Потому что я зашел в первый раз, у меня сессия уже была открыта в Chrome. Все. Я когда зашел, после уже, соответственно, у меня... Показывал, вот сейчас я вам покажу скрин, вот здесь. То есть показывал уже, что нету никаких опытов и так далее. С телефона вообще мне сразу же начало показывать, что нету никаких опытов. И то бишь, все, Roblox лежит, лежит, отдыхает. Я надеюсь, то, что до утра режим работать начнет. У меня уже стоит видеоролик на примере, он уже записан, так что ничего страшного. Даже если он не будет работать, то на завтра... На час дня, ребятки, у вас будет что посмотреть. Трейды на Tombstone, ребятки. Ну а с вами был я, Артём Фролов. Обязательно подпишитесь на каналчик, влепите свой драгоценный лайкусик, включите уведомления. И также не забывайте писать свое мнение в комментариях насчет данной ситуации, ребятки. Пока-пока.